На сцене театра будто сразу все, кто здесь работает – артисты, режиссер и даже декораторы. Это первая их встреча после долгой паузы. В сезон в этом году мы входим очень радостно. Мы уже устали сидеть дома, и быстрее хочется чего-то уже делать, просто поздороваться с коллегами, обняться. И, конечно же, ждем, когда же откроется наш театр для зрителей. Мне даже не верится, как-то все забылось, и вроде все еще и помнится. Очень хочется уже быстрее побегать по театру, все как бы понюхать запахи и вообще со всеми поздороваться, и хочется уже работать. Это теперь они читают свои роли и слышат голоса друг друга вживую. До этого несколько месяцев актеры осваивали репетиции онлайн. Но театр тем и отличается от кино. Ничто не заменит живого контакта. Репетиции онлайн, они давались более легко молодому поколению, более сложно к старшему поколению, потому что, так, разобрались, не разобрались, звука нету, и вот такие. Но это было очень забавно, интересно, и все-таки что-то удалось выяснить, что-то удалось все-таки сделать. Наверное, нет таких, кто не смотрел бы фильм или хотя бы не слышал крылатых фраз из любимой многими комедии «Любовь и голуби». Герои этого фильма уже давно родные для миллионов зрителей во всем мире. Автором пьесы, по которой потом сняли кинокартину, был Владимир Гуркин. И вот теперь еще одну его работу скоро увидит саранский зритель. Не хотелось, знаете, вот не хотелось каких-то прямо бомбежек, да, таких вот стрельбы, да, вот это. Вот хочется о людях того времени, конечно, которые внесли. Там есть и тыл, есть и несчастья, которые провожают бойцов своих родных на фронт. Некоторые не вернулись. То есть там все это есть. Она очень хорошо ложится на наш труп, на наш коллектив и по возрасту. Если еще немножко подождать, то актеры вырастут и уже как бы там, понимаете, рожающие люди. Вот так скажем. Когда двери театра откроются, пока можно только гадать. Сами артисты ждут этого момента и обещают теплый прием. Сентябрь наступит, мы будем уже готовы. Здесь параллельно, то есть мы с ними не соприкасаемся. Другой группой они делают другой спектакль, детский. А мы делаем вот такой вечерний репертуар. Я думаю, мы к открытию сезона, когда уже все это, я прям очень в это верю, спадет эта пандемия, то мы встретимся с распростертыми объятиями. Константин Курбатов, Александр Зюзяев. Наши новости.